Здравствуйте. Следующая тема нашей лекции – трехфазные системы электродвижущих сил тока электрических цепей. Трехфазная цепь является частным случаем многофазных электрических систем, представляющих собой совокупность электрических цепей, в которых действуют электродвижущие силы одинаковой частоты, сдвинутые по фазе относительно друг друга на определенный угол. Отметим, что обычно эти электродвижущие силы, в первую очередь силовой энергетики, синусоидальные. Однако в современных электромеханических системах, где для управления исполнительными двигателями используются преобразователи частоты, система напряжения в общем случае является не синусоидальной. Каждую из частей многофазной системы, характеризующейся одинаковым током, называют фазой. Да? То есть фаза – это участок цепи, относящийся к соответствующей обмотке генератора или трансформатора, линии и нагрузки. Таким образом, понятие фаза имеет в электрических цепях два различных значения. Первое – фаза как аргумент синусоидально изменяющейся величины. Второе – фаза как основная, составная часть многофазной электрической системы. Разработка многофазных систем была обусловлена исторически. Исследования в данной области были вызваны требованиями развивающегося производства, а успехом развития многофазных систем – способствовали открытию физики электрических и магнитных явлений. Важнейшей предпосылкой разработки многофазных электрических систем явилось открытие явления вращающегося магнитного поля. Да? Вот мы помним, в 1888 году было открыто. Первые электрические двигатели были двухфазными, но они имели невысокие рабочие характеристики. Наиболее рациональной и перспективной оказалась трехфазная система, основные преимущества которой будут рассмотрены ниже. Да, далее. Большой вклад в разработку трехфазных систем внес выдающийся русский ученый электротехник Далива Добровольский, создавший трехфазные асинхронные двигатели, трансформаторы, предложив трех- и четырехпроводные цепи, в связи с чем по праву считающийся основоположником трехфазных систем. Вот обратите внимание на первый рисунок. Вот, источником трехфазного напряжения является трехфазный генератор, на статоре которого размещена трехфазная обмотка. Фазы этой обмотки располагаются вот таким образом, чтобы их магнитные оси были сдвинуты в пространстве друг относительно друга на 2π деленное 3. Кажется, это у нас π у нас 180, делим на 3, это 60, ну 120 градусов. Да? Вот на рисунке вот первый. Каждая фаза статора условно показана в виде одинакового витка. Начало обмоток принято обозначать заглавные буквы, то есть начало вот, А, Б, вот, С начало. А концы, соответственно, прописаны мы X, вот, Y, вот, Z. Электродвижущие силы неподвижно обмотках статора индуцируются в результате пересечения их витков магнитным полем, создаваемым током обмотки возбуждения вращающего ротора. Да? Нарисуем вот ротор, условно изображен в виде постоянного магнита, что используется на практике при относительно небольших мощностях. При вращении ротора в равномерной скорости в обмотках фаз статора
индуцируются периодически изменяющиеся синусоидальные электродвижущие силы одинаковой частоты и амплитуды, но отличающиеся вследствие пространственного сдвига друг от друга по фазе, как мы говорили, 2π на 3 градуса, то есть 120 градусов. Да? Если вы заметили, отличается тут как раз 2π на 3 градуса, это 120 градусов. Трехфазные системы в настоящее время получили наибольшее распространение. Значит, на трехфазном токе работают все крупные электростанции и потребители, что связано с рядом преимуществ трехфазных цепей перед однофазными, возникшими из которых является экономичность передачи электроэнергии на большие расстояния, самым надежным и экономичным удовлетворяющим требованиям промышленного электропривода является асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Возможность получения с помощью неподвижных обмоток вращающегося магнитного поля, на чем основана работа синхронного и асинхронного двигателя, а также ряда других электротехнических устройств. Уравновешенность и симметричность трехфазных систем. Вот. Важнейшими являются вот эти, которые я перечислил. Да? Система электродвижущих сил или же напряжение, тока и так далее, называется симметричной, если она состоит из M одинаковых по модулю векторов электродвижущих сил, напряжение, ток и так далее, сдвинутых по фазе друг относительно друга на одинаковый угол альфа равно 2π на m, например. Да? В частности, векторная диаграмма для симметричной системы электродвижущих сил, соответствующей трехфазной системе синусоид. Вот на рисунке 2 и 3 вот, как раз представлены. Вот. Между ними вот, разница вот, между фазами на 2π, 3. 2π делено на 3. 2π делено на 3. 2π делено на 3. То есть это 120 градусов. А вообще вот это 360 градусов, да? Вот из симметричных систем наибольший практический интерес представляет двухфазная система. Вот двухфазная система. Они с 90-градусным сдвигом фаз, да? Между фазами 90 градусов. Все симметричные трех и М-фазные, то есть М больше 3, да? Начиная с 4-5, вот, М больше 3 системы, а также двухфазная система является уравновешенными. Это означает, что хотя в отдельных фазах мульная мощность пульсирует, вот на рисунке 5 мы попробуем это объяснить. Изменяя за время одного периода, не только величину, но в общем случае и знак, суммарная мгновенная мощность всех фаз остается величиной постоянной в течение всего периода синусоидальной электродвижущей силы. Постоянной, вот видите, на рисунке 5-5 видно. Уравновешенность имеет важнейшее практическое значение. Если бы суммарная мгновенная мощность пульсировала, то на валу между турбиной и генератором действовал пульсирующий момент. Такая переменная механическая нагрузка вредно отражалась бы на энергогенерирующей установке, сокращая срок ее службы. Эти же соображения относятся и к многофазным электродвигателям. Если симметрия нарушается, то нарушается и уравновешенность. То есть двухфазная система Тесла в силу своей специфики в расчет не принимается. Поэтому в энергетике строго следят за тем, чтобы нагрузка генератора оставалась симметричной. Давайте рассмотрим разные соединения
Трехфазных систем. Вот в данный момент схема соединения трехфазных систем, то есть трехфазный генератор, трансформатор, имеет три выходные обмотки. Одинаковая по числу витков, но развивающая электрическую силу, сдвинута по фазе на 120 градусов. Можно было бы использовать систему, в которой фазы обмотки генератора не были бы гальванически соединены друг с другом. Эти так называемая несвязанная система. В этом случае каждую фазу генератора необходимо соединять с приемником двумя проводами, то есть будет иметь место шестипроводная линия, что не экономично. Да? В этой связи подобные системы не получили широкого применения на практике. Для уменьшения количества проводов линии фазы генератора гальванически связывают между собой, различают два вида соединения – звезду и треугольник. В свою очередь, при соединении в звезду система может быть трех- и четырехпроводной. Давайте рассмотрим соединение в звезду. Вот, на рисунке вот шестой приведена трехфазная система. При соединении фаз генератора и нагрузки в звезду. Здесь провода А, А', Б, Б' и С, С'. Линейные провода. Линейным называют провод, соединяющий начало фаз обмотки генератора и приемника. Точка, которой концы фаз соединяются в общий узел, вот, например, вот и вот, да, N-N', называется нейтральный. Вот обозначено здесь на рисунке 6 буквой N и N'. Соответственно, они нейтральные точки генератора и нагрузки. Провод, соединяющий нейтральные точки генератора и приемника, называется нейтральным. Вот этот провод, где он показан пунктиром. Вот это называется нейтральным. Трехфазная система при соединении звезду без нейтрального провода называется трехпроводной. С нейтральным проводом четырехпроводной. Да? Все величины, относящиеся к фазам, носят название фазных переменных к линии линейных. Вот как видно из схемы на рисунке 6, при соединении звезду линейные и А с точки, и Б с точки, и С с точки равны соответствующим фазным токам. То есть по закону Кирхофа вот, они дают вот этот ток. Да? То есть сумма и H с точки, и B с точки, и C с точки дает и с точки N'N. Вот тут они соединяются. Поэтому. Если система фазных токов симметрична, то и с точки, то и N'N с точки равно нулю. Следовательно, если бы симметрия тока была гарантирована, то нейтральный провод был бы не нужен. Как будет показано далее, нейтральный провод обеспечивает поддержание. Вот этот нейтральный провод, обеспечивает поддержание симметрии напряжения на нагрузке при несимметрии самой нагрузки. Поскольку напряжение на источнике противоположно направлению электродвижущих сил, вот, да, противоположное, видите, фазное напряжение генератора действует от точек А, Б, С к нейтральной точке М. Вот. Из точек А, Б, С к нейтральной точке М.
То есть у h'n' у соответственно а у p'n' у c'n' фазы напряжения нагрузкой. Линейное напряжение действует между линейными проводами в соответствии со вторым законом Кирхова. Для линейных напряжений можно записать вот следующую формулу. Да? То есть у АБ с точкой равно у АН с точкой минус у БН с точкой. Вот с рисунка видно. У БЦ с точки равно у БН с точки минус у СН с точки. У СА с точки равно у СН с точки минус у А у АН с точки. Отметим, что всегда сумма напряжения, да, у АБ с точки плюс у Б с точки плюс равно нулю, как сумма напряжений по замкнутому контуру. На рисунке 7 представлена векторная диаграмма для симметричной системы напряжений. Как показывает ее анализ, лучи фазных напряжений образуют стороны равнобедренных треугольников с углами при основании 30 градусов. То есть здесь на основании 30 градусов равнобедренные, да? То тут будет сколько градусов? 30 на 30, 60. Тут будет как раз 120 градусов. Да? Сумма треугольников у нас 180. Поэтому в этом случае у n равно корень квадрата 3 нужна у фаза. То есть здесь будет, например, 90 градусов. Писик 300 как бы, да, 15. Если находить по тригонометрии, вот четвертую формулу мы можем получить. Так, обычно при расчетах принимается вот это выражение, или комплексные числа, да, у АН с точки равно у фаза умножен на степени G G0. Так. Равно у фаза. Тогда для случая прямого чередования фаз у B n', соответственно, будет у фаза умножен на минус G 120 градусов, у CN, тут ссылка видна, минус G 240 градусов, уже удваивается там, и у это равно у F умножено EG 120 градусов. При обратном чередовании фаз фазовые сдвиги у BN' вот, и вот, получается они меняются местами. С учетом этого на основании соотношения на основании вот этих соотношений мы можем могут быть определены комплекс линейных напряжений. Однако при симметрии напряжения этой величины легко определяется непосредственно из векторной диаграммы на рисунке 7. Направляя вещественную ось системы координат по вектору УАН с точки, его начальная фаза равна нулю. Отчитываем фазовые сдвиги линейных напряжений по отношению к этой оси, а их модуль определяем в соответствии с четвертой формулой. Так как для линейных напряжений у BC'CA не штрих, а с точки, и у CA с точки получаем, соответственно, вот с четвертой формулы, корень 3 нужно у фаза, E минус G 90 градусов степени, у CA с точки равно корень квадрат 3, фаза равна EG 150 градусов. Давайте ниже посмотрим соединение треугольник.
В связи с тем, что значительная часть приемников, включаемых в трехфазные цепи, бывает несимметричной. Очень важно на практике. Например, в схемах с осветительными приборами обеспечивать независимость режима работы отдельных фаз. Кроме четырехпроводной, подобные свойства обладают и трехпроводные цепи при соединении фаз приемника в треугольник. Но в треугольник также можно соединить и фазы генератора. Обратите внимание на рисунок 8. Да? Для симметричных электрических сил имеем, если симметрично, ЕА с точкой плюс ЕБ с точкой плюс ЕС с точкой равно нулю. Таким образом, при отсутствии нагрузки, фаза генератора в схеме на рисунке 8 ток и будет равны нулю. Однако, если поменять местами начало и конец любой из фаз, то система ЭДС не равна нулю. Сумма симметрической системы не будет равна нулю. И треугольник будет протекать ток короткого замыкания. Следовательно, для треугольника нужно строго соблюдать порядок соединения фаз. Начало одной фазы соединяется с концом другой. Схема соединения фаз генератора и приемника в треугольник представлен вот на рисунке 9. Вот. Очевидно, что при соединении треугольник линейные напряжения равны соответствующим фазным. По первому закону Кирхова связь между линейными и фазными токами приемника определяется соотношениями, да, вот и А с точкой равно и А штрих Б штрих с точкой минус и А с А штрих Б штрих. Вот снизу говорит нам направление противоположно, поэтому мы минус берем и С штрих А штрих с точки направляется вот сюда, а направление и А штрих плюс точки и штрих плюс штрих вот сюда, да, вниз. Поэтому здесь минус, соответственно. Вот аналогично можно выразить линейные токи через фазные токи генератора. На рисунке 7 представлена векторная диаграмма симметричной системы линейных и фазных токов. Ее анализ показывает, что при симметрии токов и равно, и n равно, КМПТ 3 и фаза. Да? В заключение отметим, что помимо рассмотренных соединений звезда и треугольник, на практике также применяется схема звезда-треугольник и треугольник-звезда.